Ну вот мы вечером приехали в Уймонскую долину, вышли на нашу террасу нашего домика и смотрим, пытаемся увидеть, где тут белуха. Наша терраса с видом на белуху. Но белуху не видать, потому что плохая погода, тучи везде. Так что в смысле что тут нас ждет. Вот сегодня мы приехали в Уймонскую долину, поселились в прекрасном коттедже с видом на белуху, которая не видна, правда, из-за туч, и пошли на вечернюю прогулку. Очень холодно у нас. Надеюсь, что все-таки погода хоть один день нам позволит куда-нибудь съездить. Иначе послушали мы, как поет морал. Гон у них. У них сейчас осенний гон. И мы это слышали. Там на небе горит луна. Ну, конечно, уже вечер, мало что, наверное, видно. Но там где-то далеко. Да-да-да, я вижу луну. Может, она тоже будет видна. Не знаю. Очень холодно, можно спать в стогу. В стогу. Нет, я лучше на постели. Ну-ка, покажу я свой прикид. Мне дали шапочку практически зимнюю. Мне хорошо. По крайней мере, не холодно. Вот тут такой флюгер. Показывает, что сейчас просто тут очень сильный ветер. Причем какой-то северный. Мы идем в поход. Сегодня вдоль речки Теректинки. Пойдем докуда сможем, потом вернемся. Ну, в общем, мне хватило метров 100 по этой горе. Я поняла, что за молодежью мы даже близко не угонимся, который он там где-то поднимается вверх. Поэтому мы сейчас спустимся вниз на речку. Вон туда, и пойдем вдоль речки по нижней тропе. Возможно, нам именно ее и советовали, да. А вовсе не этот кошмар по крутому склону. Не хочу так ходить, я вся взмокла. Еще боялись, что замерзну. Градусов 9, а жарко, прижарко. Коля, не упади. В общем, мы нашу молодежь быстренько оставили, потому что для меня это запредельный темп и запредельная гора, по которой они говорят, что по ровному пошли. Спустились вниз и идем теперь вдоль ручья. Просто гуляем, может быть, найдем грибы. Немножко поснимали все это дело с высоты. Речка Теректинка. Очень чистая, красивая. Если что, мы из нее попьем водички. Мы будем теперь здесь гулять. Наверное, тоже можно далеко угулять. А там, кстати, тропинка по той стороне тоже идет. Может быть, надо было по той идти. Водопадик на речке. А там такие облака. По прогнозу был дождик, но нет. Пока наши там где-то ходят по верху, мы ходим прямо вдоль речушки. А наши где-то вот там параллельно этой речушке идут. Ну, вот здесь. Здесь весьма живописно, приятно, только совсем нет связи.
Thank you.